отвечающая вашему поведению, отсека в своей... Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку. Ну что, сейчас приземлимся? Ну как приземлимся? Так, на экскурсию. Залетим. Газ. О. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин при помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев – передовой технологии конструкторского бюро «Челомей», личной разработки профессора Лебединского. Atomic Hertz. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятия. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Хм. Тоже дроны? Очень ограничен. Снизу расположился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами подсолнух, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов», место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Потом оставлю. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны». По эскизам скульпторов Мухиной и Кивальникова, нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Я экскурсионный оставлю. Обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Товарищ майор! Что оно начинает? Почему? Мне-то что с этим делать? Мягкой посадки не будет. Точка назначения. А вы хрус. Приятного вам дня. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Эй, ты, ублюдок, жилет! Упал. Что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена.
Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Дрофа? Это птица? Это же, по-моему, птица, да, есть такая? Да. Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Оптимальное слово для описания данной ситуации. Atomic Heart. А, это, получается, такая завязочка была только, да? Окей. Сигнал воздушной тревоги, похоже, кстати, да? Это что это? Похоже. Это наш персонаж? Сергей? Серёжа. Майор Нечаев СА, ну да. А вот лица так себе проработать, кстати. Как же болит башка. Какой-то слишком компьютерный. Автобусы. О. Мы входим в игру. Ух, это что такое? Too poor. This is too poor. Че это? Волшебник, я по три, прием. Майнкрафт. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Конкретно, о май гаш. Кури Цао. Сотрудник проживает в